груша посажена в небольшое углубление. А? Кто об этом знает? Это вторая груша и абрикос. И вот. Слива. Уже сгнила. Это в моей фотографии. Я наблюдаю. Ровное место. Сгнила. Дала побег. Побег уже гниет. И так далее. Груша. Я подбираю, у меня фотографии тысячи. Я могу быть 10 фильмов, 100 фильмов. Тих 100, я уже 4 тысячи снял. Вот это вот груша, еще одни снимал так же. Все они от самого гнилого места. Тут лучше, 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 лучше. И люди должны знать. Вот это самое слабое место. И чем ниже, тем слабее. Вы видите этот снег? Когда он тут был, он сгноил. Вот это место. Те, кто учит. Нет, какой холм, только на ровном месте. Уже два подряд таких. Посмотрите внимательно. Какие возможности нам дает этот самый фотоаппарат и компьютер. Вы видели, что это сгнило? Вы видели почти побеги замещения? Вот они. Пусть это случилось у меня. А это значит, что я на холм не садил. Это значит, что у меня часть питомника оставалась как матрица. А питомника никто холмы не делал. Да, век короче. Но она дала мне кучу этих самых побегов на прививку. Вот. Она жива. Но это уже благодаря тому, что, посмотрите, видите, сухо. Снег отступил, сухо. Какой-то холм, подобие холма есть. Да, уже 40 лет не проживет. Ну, считайте, Бог сделал так, чтобы я его сделал плохо, посадил неправильно, не на крутой холм, и вот результат, он догнивает. Зато эта фотография пригодится всем. А вот это вот, всем говорю, даже тимирязевским этим, не студентам, которые выходят, они все равно ничего не знают, но самое страшное, их так учили, что у них нет. Знаете, как у нас подбираются эти? Вот. Вот если вы взять вот всех самых верных моих 300 человек, да, неважно кто он, пекарь, токарь, или как это, дальнобойщик, Мезин Олег, дальнобойщик, я бы сейчас бы директором завода, директором института, того же Брянского бы назначил. Представляете, какие бы сады бы он там вырастил, начиная с персиков. Это что, не доказательство того, что нужно это? А ведь это еще дикорос. Его угробить-то трудно. И склон тут есть. Я специально фотографировал свою эту, одну из племянниц. Специально взял. И склон тут есть. И все есть. А почему гниет? Есть деревья, которые успевают вырастить, поднимая корни, вырастить себя повыше. Вот. Здесь не удалось повыше. Здесь не удалось. Но эту фотографию, с нее должен начинаться урок биологии в школе. А это что? Ну чего ты учишься людей? 23-й год. Абрикос посади. Зачем ты его сюда завернула? Зачем ты ему штамп метровый сделал? Ну назови это похороны абрикоса, уважаемые зрители, не вздумайте так садить. Нет, с любовью все уничтожает. А это 22-й год, недавно. Персик в Сибири, а тут, кстати, где-то было. А, во-во, внизу вверху есть персика в Сибири. Как правильно, мне убивается слово правильно. Высадить и сформировать. Высадили. А это тоже нужно учебники. Идиотизм, знаете, в чем заключается? Не каждый сразу поймет. Присвоенный круг с довольно взрослого дерева. Так, ему осталось жить год-два. Человек делает, и ведь сколько для этого надо найти было времени, цемента и прочее, прочее, потратить труд, чтобы взять, забетонировать приствольный круг. Но это еще не все, это не главное. Это уже идиотизм. Бетонный приствольный круг. Увидел за границей, как иностранцы украшают сад.
Вот бы этого, помните Задорнова? Жаль, на том свете, я бы ему подсунул бы этот сюжет. Треть миллиона просмотров это было 2 года назад. А вдруг найдется даже один из 100. А сделал я красиво, это только одна из фотографий. А главное, надо быть таким недалеким товарищем, я уже боюсь применять болезнь. Внимание! Внимание, еще крупнее. Еще крупнее. Вы видите, что она это сгнила уже. Корневая шейка дерева, посаженная в яму, основание штамба, уже сгнила. Я ничего не путаю. И представь себе, приспольный круг сделал, на дерево на следующий год умерла. Это нормально? Кого ты научил? Ландшафтный дизайн. И получается так. Если просто из сада, это, о, это как у меня, была в саду железо, это оказалась обычная запущенная дача. Ну, конечно, ничего же не подстрижено, газона нет. Последний фильм мы видели, травы выше колена, сенокосилка сломалась второй раз подряд. А дизайн это обязательно вот эта вот херня. Бетон, дорожки, вот. Еще осталось 25 минут. Я вам тогда рассказал, что такое посла Зеленого. А тут мне брат присылает ролик, я его открываю, присылает для, как говорится, для того, чтобы я его обсудил. Я обсуждаю. Смотрите, это груша. Человек решил, что у нее очень острые вот эти, помните? Вот Песоцкий, мой друг, сторонник и, как говорится, как называется, соратник, да? Вот он объяснял. А здесь получается, если ты даже вот так вот согнул, ты же угол-то не изменил, тогда, наверное, ты преследовал другие цели. Наверное, чтобы быстрее плодоносило. Скажите, пожалуйста, двухлетним саженцам нахрен нужны плоды? Несколько штук. А ведь несколько плодов, которые повиснут, они отнимут силы у всех веток у этих. Вот. И это получается преждевременные роды. Неудобно сравнивать с людьми. Вот этот момент. Но это не все. Он думает, как? Отклонил. Теперь у него на следующий год заплодоносит. Так? Он не думает, что дерево будет в 2 раза меньше, чем такое же дерево, которому он не подходил. Он этого не понимает. Раз. Но главное, что не понимают все они, я их уже не называю обрезчиками, вот, которые деревья как бы серпом по яйцам. Помните нижние скелетные ветки? Это что серпом по яйцам вас, учителя. А это не мат, простите. Но есть главная причина, почему нельзя вмешиваться в жизнь дерева. Именно у груш. Еще раз. Еще раз. И еще раз, у груш истекает вода, и чем ниже, тем больше сгнивает основание штамба. Вот она. Понимаете? Им крону менять форму нельзя. Раз. Я об этом 100 раз толдычил. Постулат железа. Второе. При гнутии веток уменьшается суммарная площадь листьев, потребляющий солнечные лучи для фотосинтеза. Смотрите, вроде бы как, отрезать не стали. Помните, где рука была сейчас другой, отрезал, отрезал, вот то вот. И хоть отрезай, хоть гни, вот здесь должны появиться вертикальные побеги, все, все на смарку. Но и это еще не все. Что такое уменьшается суммарная площадь листьев? Измени, смотрите внимательно. Вот листья пока еще эту ветку не тронули, он потом ее тронет. Вы что не видите? Вы видите вот эту самую? Курсор, наверное, не все видят, особенно на телефонах. В самом правом углу, вы видите? Приготовлено отгибать. Вот она. Бечевка, видите? Посмотрели? То есть она тоже обречена. Но пока не отогнута, значит, форма листьев, скелет листьев, и наклон листьев и направление листьев на максимальную, ну не 100%, но чтобы максимально падали солнечные лучи. Непонятно.
Увеличиваем. Смотрим на токмунты. Куда падают солнечные лучи? Ну, ты специалист. Ты сейчас учишь людей, дури. Посмотрите внимательно. Куда падают солнечные лучи? Вот они листья. Раз, два, три, четыре. Посмотрели? Куда падают? Он об этом хоть понятия имеет, что существуют законы, которые, ну, к сожалению, я первый и единственный на планете, который их уже не одну сотню. Я специально говорю, я железо, потому что это. Пройдет время, и таких, это ж сразу, вот есть 30 человек через неделю, будет 30-40 человек, которые меня слышали. Я уверен, 30-40 человек согласятся, что да, изменилось под наклон листьев, и теперь это фотосинтез не работает. Ходите, скажите, ерунда все это. Он с той стороны, тыльной стороны листа будет работать. Тоже нет. Листья стали наоборот. Вот смотрите, листья теперь вот так. Или вот так листья теперь вот так. Поняли, о чем речь? Хоть один со мной не согласится. А я за собой заставляю такое правило. Пусть эти черненки злятся на меня. Вот. Что кто-то нашелся, который это... помогать людям, а не это самое. Не пользуется их невежеством. Еще одна фотография. Ну вот посмотрите. Все в обрезке плодовых. Все в обрезке плодовых. Итак, человек одну отогнул, теперь второй вот отогнул. Внимательно смотрим. Холма нет, все это за несколько лет сгниет. Почему? Потому что если вот это бы не трогать, обратите внимание, они бы распределяли бы дождевые потоки. А сейчас дождевые потоки как через друшлаг. Поняли? Даже вот эти, как вы видите, это как вертикальные вот эти бечевочки, они показывают, как дождь будет падать. Штамп не защищен, раз. Вот. Специалисты. А дальше то, что сербом. Видели, сколько этих самых уничтожил веток? С чего ты взял, что ему этому дереву штамп нужен? Ну? Тебя кто учил? Выпускники Тимирязевки учили учителя Тимирязевки. Еще поколение. Новые тысячи, десятки, сотни тысяч этих ботаников, или как их там назвать, экологов, агрономов. Ты ни хрена не знает, ничего не знает, не понимает. Растопырили. Посмотри теперь, как листья куда смотрят. Вот теперь левый лист рассмотрим. Давайте близко. Не, из-за черненка не получился обычная лекция. Сейчас, чуть. Вот, смотрим. Теперь-то видно. Солнце где? Где солнце, я спрашиваю? На небе. Под каким углом? Ну, допустим, 60-70 градусов. Куда листья смотрят? В этой дуре мы живем. А это что? Опять растопырили. И главное, груши, у которой вот то самое, вот сколько у меня все груши, вот до метра все уже гниет буквально, потому что, ну, не в этих местах она родилась. Когда-то было яблоня-груша. Что-то было общее. Сейчас я только подозреваю, что айва это есть, сохранилась в таком виде. Вот. По характеристикам. Среднее что-то между яблоней и грушей. Ну, про его говорить не будем. Где-то приспособили сухим местам, отрастило вот такой корень. Как каждый раз все по Дарвину. У одной такой корень, у другой вот настолько глубже. Может быть, вот столько-то и надо, чтобы хватило влаги, и она все-таки выжила. И постепенно корень удлинялся, и стал он вроде борового станка, стержневой. У яблони вот такой. Потому что в других местах влаги было, во, а еще близко грунтовые воды, на 2-3 метра и напилась. Все. А груша, наоборот, сдохнет тут, потому что у нее корень не рассчитан на влагу, и он сопреет. И вот получились груши для одного места, я буду для другого места. А теперь где-то кто-то, не выбирая, Урал, Дальний Восток, значит, засушливые места, или где-то чуть ли не эти самые. Не приполярный округ. Везде все по-разному. Там снега навалом, а там, как у меня, снега по щиколотку.
мы и абрикосы едим. Есть объективная причина. Мы едим абрикосы, потому что у нас мало снега. Только надо для этого ходить 1000 деревьев увидеть, сравнить, посмотреть, почему этот погиб, а этот нет. Он вроде правильно растет, и снегу мало, и склончик. Так нахрена ты вот такие раны понаделал? А потом удивляешься, почему же он не выдержал соградусный мороз? Сибирь же. Вот, растопырил грушу. Чем ты думал еще один? Ну, тут всего там 5000 просмотров. Ну, может, уже и 50. Время зайдет. Чем вы думаете? Вы же не смотрите никогда. Если бы они все увидели, ну, хотя бы, да быстро бы перестроиться. Ведь это самое, можно говорить, как я. Взять вот так вот, подойти к дереву и сказать. Вы знаете, вся наша, тут же перейдя в мой лагерь и сказать, вся королевская рать, наука, там, все они ошибались сотни лет, а я такой умный. Не я уже жил, но Петров всегда. Утверждаю, что и так же сделав, такой же, все неправильно, угол не тот. Значит, основание штамба сгниет. Это же самое, вы говорите. Ну, спасайте людей, и спасайте кошельки, спасайте эти же сады. Вот как надо. А это что? Красиво. Сгноил дерево, да еще покрасил его. Вот. А эти специалисты, они нам, я считаю, не указ. Смотрите, недавно подвернулось мне. Вот я стараюсь импорты не смотреть, они нам не указчики. Это, знаете, вроде бы серьезный телевизионный канал, усадьба, да? Там дури хватает. Но время от времени показывают, как это все делается где-то там. В Австралии, например. Подходит с секаторами, как пошел резать. Ну так это же в Австралии, это не в Сибири. А это показывает нам, сибирякам. Ну хоть бы какие-то комментарии. Вот смотрите, делает так в Австралии. Вот он нам показал, он поделился, он душу нам выложил. Он научил нас, как это самое. Выращивать надо. Говорит, во, мы не будем так делать, у нас Сибирь. Вот такой должен быть канал этот. Показывайте, показывайте. Ну, покажите так, наоборот, чтобы человек это не так делал, а наоборот сказал, нельзя этого делать. Вот для чего мы живем. А, Надежда Челенко, больше не будем своих это самое топить и гадить. Вот, смотрите, подробности. Это Нидерланды, это Голландия. Интенсивный сад. Обратите внимание, все ветки в одной плоскости. Что им потом пройдет? Здесь пойдет трактор. А иначе он не пройдет, если вот это не делать. Смотрите. Вот это не делать. Все в одной плоскости. Это так называемые пальметы. Вот. Видите? И никто их не заделает, и ничего они не боятся. А им не надо 100 лет жить. Значит, сад у меня 30 лет, 10-метровый, 32, есть 35 лет. Груши. Ну ведь куда такие? Падают сверху, разбиваются. Я единственное семена только собираю. Вот поэтому я им не мешаю верхности. Разобьется, подгниет, на семена пойдет. Вот. Вот обрезка там. Не у нас, а именно там. А у нас вот очередной опус, или как он? Патологоанатом железо представляет. Обрезка сделана на кольцо. Может быть, вам плохо видно, понять, особенно на телефонах. Может, приблизить. Видите? Вот оно было кольцо, заподлицо с этим. Что получилось? Да, конечно, это сгнило. Вот те, кто учит делать 10, 20, 30, некоторые по 50 ран. А вот эти феи с телеканала «Бобёр». Книги тут же, те, которые не имеют ни малейшего понятия, энциклопедию напечатал. Вообще ничего не знаю. Кроме того, что ветки надо отрезать, если они смотрят, растут вверх, внутрь пересекаются и вниз. И все равно мы делаем энциклопедию. А куда наука смотрит? А, кстати, наука-то действительно никуда не... Ну ладно. И вот это вот, смотрите. Ну. А потом появляются мудрецы и говорят, что-то дерево дохнет, давай его опрыскивать.
А ему опрыскивание ваше надо? А? А есть специальная борьба с грибом, трутовиком. А вы его отсюда достанете? Достанете, почему нет? Вместе с пилой, с топором достанете. Надежда, это из-за вас, как на самое начало разозлился, так остановиться не могу. А вот это вот, мода стала на мульчирование. И вот мне присылают эту фотографию. Валерий, прокомментируйте. Да что ж тут комментировать-то? Вот эта солома, эта мульча, она и привела к этому. Но не было бы этого, не было бы этого. Вы часто видите такие деревья? Это надо специально, чтобы увидеть такое дерево, надо получить фотографию, надо, чтобы кто-то сгноил это все.